Всем привет, с вами Прия. Относительно недавно ко мне в руки попала очень интересная пикаура. Итак, вскрыв настройки команды slash wa, мы открываем эти настроечки. И сейчас найдем ту ауру, которая помогает нам отслеживать такой модификатор, как сотрясающий. Я больше чем уверен, что абсолютно все люди, которые проходят подземелье в этом модификаторе, испытывают трудности с воскрешениями, испытывают трудности с тем, чтобы получить баф сытости и какие-то прочие косты реализовать весьма долгие, очень тяжко при сотрясающем. Эта Викаура поможет вам. Вы заходите на специальный сайт, который я скину в описании. Справа будут горы букв, цифр. Вы копируете их и, нажав кнопку «Новая индикация» и нажав кнопку «Импорт», вы спокойно вводите этот текст, жмете «Выполнено», потом жмете «Импорт», и у вас появляются эти две чудесные полосочки. Только следите, чтобы другие две полоски не появились в жизни. Хотя, рано или поздно они все равно будут. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится, удачи во всем, легендарок побольше, но самое главное, берегите ноги. До скорого!